Как быть востребованным на рынке профессий? Этот и многие другие вопросы, связанные с новыми моделями образования, стали темой лекции Дмитрия Абрамова, куратора спецпроектов Института «Стрелка». Сегодня на лекции буду рассказывать про то, как вообще меняется образование в последнее время, какие новые возможности появляются в образовательной системе. Довольно много расскажу про онлайн-образование. Это то, что сейчас волнует огромное количество людей, которые занимаются, в принципе, образовательными продуктами, образовательными проектами. Расскажу о том, как можно использовать современные возможности, чтобы усилить свое основное образование, получить какие-то новые навыки, знания, компетенции и потом делать самые разные проекты в городе, в стране, может быть, даже в собственном университете. Ну, в общем, это такая довольно прикладная информация про образовательные возможности. Лекция Дмитрия Абрамова вызвала интерес не только у преподавателей и студентов ЮРГУ, но и у других челябинцев. Можно говорить об определенном отклике, потому что мы получили достаточно большое количество регистраций. Сначала мы открыли регистрацию, закрыли ее буквально за 3-4 дня, это было 250 человек. Сейчас у нас открыта дополнительная регистрация, и зарегистрировалось около 500 с чем-то человек. Это очень круто, это говорит о том, что у студентов не просто возникает интерес, а им охота прийти, увидеть это вживую и, возможно, задать какие-то вопросы. Дмитрий Абрамов рассказал о проекте «Онлайн-школа городских предпринимателей «Вектор», благодаря которому начинающие бизнесмены могут узнать о том, как создавать и реализовывать городские проекты. Я узнал сегодня, что такое школа городских предпринимателей. О таком я еще никогда не слышал, и мне стало очень интересно. Сегодня после лекции обязательно зайду на сайт и посмотрю, что это такое. Возможно, приму участие в некоторых курсах. Такие мероприятия всегда мотивируют, и я для этого сюда и пришел, потому что нужно что-то делать, нельзя стоять на месте, нужно развиваться. Слушатели лекции узнали о самых успешных образовательных онлайн-проектах, которые внедряются в России и за рубежом. Мне понравился тот момент, когда Дмитрий рассказывал о системе перевернутого класса. То есть, когда мы привыкли к тому, что мы приходим на пары, получаем определенные знания, уходим с ними, и вот мы в одиночку сидим и разбираем это все. То есть Дмитрий предложил перевернуть эту систему, и чтобы мы сами разбирали какой-то материал, а потом вместе с преподавателем его обсуждали. Я считаю, что такие мероприятия — это действительно очень здорово, это обогащает наш университет новой информацией. И каждый, кто пришел сейчас на эту лекцию, я думаю, уйдет с таким достаточно большим багажом знаний.